Индия, Египет, Китай и Индонезия. Все эти страны на один день стали ближе челябинцам. В городе прошел фестиваль культур, где наши пытались узнать их нравы, а иностранцы старались постичь широту российской души. Калейдоскоп традиций разных народов увидел и Александр Куликов. Прикоснуться к культуре дальних стран челябинцы могут прямо в холле Центрального клуба строителей. Здесь в открытом доступе экземпляры китайской каллиграфии, египетские украшения и индийские предметы одежды. О назначении всего этого жители мегаполиса узнают, что называется, из первых уст. Мини-экскурс в культуру разных народов проводят представители этих самых народов. Эта вещь называется кольта. Это традиционная индийская мужская одежда. Это платье носят взрослые люди во время праздников. Мукул Пхандари прибыл на Южный Урал из Индии. Для 23-летнего студента это первая поездка за пределы своей страны. Говорит, в России его привлекает мирное существование разных народов. В Индии богатая культура, но сегодня новое поколение не хранит традиции, перенимает многое с Запада. Но здесь я увидел представителей Казахстана и Башкирии, которые уважают свою культуру, и мне это очень нравится. Всего 12 человек. Каждый из них приехал сюда, чтобы понять и открыть для себя Россию. Помогает в этом выступление челябинских танцоров и музыкантов. Но фестиваль культур в Челябинске проходит не только благодаря программам по международному обмену студентами. Весомый вклад внесло и областное общественное движение «Соцгород». Это очень отзывчивая организация, потому что они нас всегда поддерживают. С Соцгородом мы дальше обязательно будем сотрудничать, делать такие же фестивали культур, какие-то обязательно мероприятия в парках и какие-то мастер-классы, я думаю. Вот этот фестиваль стирает все границы между национальностями, показывает, насколько талантливые студенты. Студенты умеют отдыхать, студенты здорово совмещают учебу с творчеством. И общественное движение «Соцгород», руководителем которого является депутат Челябинской городской думы Барышев Андрей Викторович, всегда готов и поддерживает молодежные инициативы. Челябинск стал уже традиционным местом, куда приезжают студенты из разных уголков мира. Бразильцы, японцы, малазийцы имеют возможность дважды в году посетить столицу Южного Урала и познакомиться с мультикультурной Россией. Наталья Хованских, Александр Куликов, Александр Андреев-Шагов, СТС, Челябинск.